открываю его в этом завете. Книга Иеремии, глава 2, стих 22. Посему, хотя бы ты умился мир, и много употребил на себе щелоку, нечистые твое отмещение предо мною, говорит Господь Бог. Еще раз. Посему, хотя бы ты умился мир, и много употребил на себе щелоку. Если вы хотите выходить в аду много раз, 10 раз, 20 раз, 100 раз, это ничего. Это ничего. Ваш греков еще будет при нашей Боге. Это что он здесь объясняет. Он только может удалить ваши греков, когда вы будете сказать, я уже хочу покаяться. Я хочу делать, что очень добрый. Что очень добрый, это его закон. Что добрый, это его закон. Мы об этом можем читать в Новом Завете. Книга Римлянам, глава 7, стих 12. Его заповеди и его закон, это то же самое. Они очень добры для наших духов. Для нас духи это очень-очень добрый. Дальше. А сейчас мы открываем в этом завете. Книга Исаии, глава 1, стих 16. Сейчас мы увидим еще раз, как мы можем чистить наши жизни. Книга Исаии, глава 1, стих 16. Омойтесь, очиститесь, еще раз. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от ушей моих. Перестаньте делать зло. Еще раз. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши. Значит, что удалите все ваши грехов от меня, от моего лица. Это что наш Бог сказал здесь. Это что это значит? Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от ушей моих. Перестаньте делать зло. Перестаньте делать грехов. Это как вы можете омыться ваших духов. Только про этого вы можете что? Очистить или делать свой духу чистым. Дальше. А сейчас в этом завете мы сейчас открываем книга Псалом или Псалтир, глава 119, стих 9. А здесь мы видим, что может делать наши духи чисты. Как мы можем чистить наши жизни. Псалтир 119, стих 9. Как юноши содержат в чистоте путь свой. Как юноши содержат в чистоте путь свой. Хранением себя по слову твоему. Ответ. Хранением себя по слову твоему. Слышат наш Бог слова. И тоже сделать, что Он заповедал. Да, иногда будет ошибка, но тебе надо стоять и продолжать. Тебе надо стоять и продолжать.
Еще раз. Как еноши содержат в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему, всем сердцем моим ищу тебе. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Потому что это только от его заповедей мы можем что? Чистить наши духи. Что мы будем очень чистым. Или будет очень добрым пред его лицом. Что он не будет судить наши люди, когда его сын будет здесь. Или когда Иисус Христос будет здесь. Это только его слова может делать наши люди добрые. Только когда вы сохраняетесь. Только когда вы сохраняетесь. Дальше. В Новом Завете. Книга Жон и Иоанн. Глава 15, стих 3. Вы уже ощущены через слова. Иисус Христос сказал, что вы уже ощущены через слова, которые я проповедовал вам. Еще раз. Это его крещение здесь. Это наш Иисус Христос Спаситель крещение здесь. Когда Иоанн Креститель крещение уменьшилось. Иисус Христос крещение растился. Об этом здесь мы читаем сейчас. Еще раз. Вы уже ощущены через слова, которые я проповедовал вам. Вы уже ощущены, когда я тебе сказал, мой отец закон, или его слова. Это то же самое, однако. Если у тебя ухи, слушайте. Слушайте это. Дальше. Или еще раз. Вы уже ощущены через слова, которые я проповедовал вам. Дальше. Сейчас мы открываем в Новом Завете. Книга Жан, глава 6, стих 63. Дух живот варит. Еще раз. Дух живот варит. Плоть не ползует немало. Иисус сказал, что дух живот варит. Это только твой дух может изменить. А твой плоть ничего не получит. Только все очень плохо. Иисус сказал, что твой дух может изменить. Или что? Дух животворит, плоть не ползует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Слова, которые я вам говорю сейчас, это что? Суть дух, они дух и жизнь. И жизнь должна быть твоя культура. Должна быть твоей жизни каждый день. Что Иисус Христос сказал? А что Он сказал? Это разве что пророк Моисей сказал? Нет. Сейчас мы открываем. Книга Жон, глава 5. Стих 46. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Иисус Христос сказал это. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Потому что он писал о мне. Если же его
Писанием не верите, если вы не верите, что Моисей писал, когда он писал все наши законы, как поверите моим словам? Вы видите? Иисус сказал, если вы не верите Моисею, когда он сдал вас мои заповеди, которые я получил от мой отец, как вы можете верить мне, если вы не верили его? Потому что что Моисей сказал, Иисус Христос повторял, ничего трудного на этого. Еще раз, если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Если вы не верите Моисею, вы не можете верить Иисус Христос. В законе Моисей писал, что Бог сдал его, что все мужчины должны есть бароны. Должны есть бароны. Все, как сказать, все женщины должны быть в юбке. А мы сейчас делаем что? Что мы хотим? Потому что христианский церковь сегодня не хотят, что израильские люди, оригинальные израильские люди, что они будут, разбудиться, покаяться, а Иисус Христос будет здесь. Сегодня христианский церковь — это ложь. Еще раз. Христианский церковь сегодня — это ложь. Иисус здесь сказал, что если вы верите, что Моисей сказал, вы будете верить мне. Это значит, что наоборот, если вы не верите, что Моисей сказал, вы не можете верить Иисус Христос. Он никогда не сказал, что мы не можем сохранить и сделать, что наш Бог заповедал нас. Он это никогда сказал. Это твои ложные пророки в церковь сказал это. Иисус Христос сказал, что если вы любите меня, сохраните все заповеди. Давай мы об этом читаем сейчас. Книга Иоанна, глава 14, стих 15. Книга Иоанна, глава 14, стих 15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Еще раз. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Его заповеди – это заповеди от его отец. Вопрос. Иисус Христос соблюдил или сохранил все эти заповеди? Сейчас мы посмотрим. Книга Иоанна, глава 15, стих 10. Если заповеди мои соблюдите, пребудите в любви моей. Если вы будете соблюдать все его заповеди, он будет любить тебя. Дальше. Как я соблюдил заповеди отца моего, как я, это Иисус, соблюдил заповеди отца моего и пребываю в его любви. Значит, что Иисус тоже, он тоже соблюдил все его отец закон.
Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.